Сегодня на востоке Китая произошел взрыв на химзаводе компании. Провинция Цзянси, восточная часть страны. По данным СМИ, этот завод находится в городе Гуйси. Так что это чрезвычайное происшествие. Работает полиция, пожарные. Так что вот так, вот такая ситуация. Потом будут выяснять, что произошло. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будьте в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.